Алло. Светлана Владимировна, здравствуйте. Это «Взгляд инфо». Елена Балаян. У вас есть минутка? Да, слушаю. Светлана Владимировна, вот вчера на «Свободных новостях» появилась такая новость о том, что, значит, Сергей Курихин якобы угрожал вам и даже вот грозился вам проломить голову за несогласование не какого-то решения. Вы видели эту информацию? Никаких угроз не было. У нас с Сергеем Георгиевичем чисто были деловые отношения по поводу строительства. Я выполняла свою работу, он выполнял свою работу. И никаких угроз, безусловно, не было. И я не знаю вообще, откуда все это взялось, и кто это придумал такие вещи. Ну, вот, собственно, Ольга Чесакова, она ссылается на Ирину Спешилову, которую все прекрасно знают, вашего пресс-секретаря. Ирина Спешилова разговаривает. Я пока еще в здравом уме и, как говорится, трезвой памяти, и никогда на моем веку такого не было. Понятно. Мне кто-то угрожал, и вообще такие там факты приводятся, что, ну, это вообще, это просто, мне кажется, это какой-то, ну, и оговор, и можно как угодно это назвать, потому что этого не было просто. В общем, на суде прозвучала ложь, да? Ну, конечно. Фактически. Ясно. Никаких угроз не было. Это вообще просто, но я считаю, что это настолько нецивилизованно такие вещи в суде говорить. Это даже неэтично, мне кажется. То есть и моей фамилии прикрываться, что как какие-то там были в мой адрес услышаны слова. Чего кто-то, извините, свечку держал или кто-то присутствовал при этом? Где-то записаны эти слова на диктофон? Это вообще бред какой-то, правда. Спасибо, Светлана Владимировна. Спасибо. До свидания. Всего доброго.